Вчера специалисты компании «Вода Донбасса» завершили работы по замене участка трубопровода, по которому осуществляется водоснабжение Харциска и поселка Горное из Ольховского водохранилища. Объект сдан в эксплуатацию в установленные сроки. К замене одного из проблемных участков водовода специалисты коммунального предприятия приступили в конце июля. Чтобы успеть завершить укладку труб до начала осенней распутицы, были задействованы рабочие бригады из Донецка, Макеевки и, разумеется, Харциска. В течение 3 месяцев была выполнена прокладка нового водовода диаметром 500, длиной 150 метров. Выполняли работы «Донбасс-Водоремонт», это представители КП компании «Вода Донбасса». Сейчас Макеевского ПУКХ, вместе, участок магистральных водоводов, совместно с Ольховским участком, выполняет врезку. Общая протяженность водовода Ольховая Макеевка составляет 15 километров. Находится он на балансе Макеевского горводоканала, поэтому и все расходы по замене труб на Харцизском участке магистрали предприятие взяло на себя. Исполняющий обязанности главы администрации города Александр Левченко остался доволен работой коммунальщиков. Ремонтные работы по замене аварийного участка трубопровода Ольховая фильтровальная город Харциск выполнены согласно графику предприятием «Вода Донбасса». Ходом работ лично я доволен, качеством доволен, все сделано вовремя, в сроки, на высоком уровне. Спасибо предприятию и всем, кто участвовал в ремонте данного участка трубопровода. Выполненный ремонт позволит предприятию отчасти сократить потери питьевой воды. В планах на будущий год – замена очередного участка водовода. Я надеюсь, что это у нас первый участок, который таким образом отремонтирован. В планах замена порядка 800 метров еще данного трубопровода, аварийного, это в районе Зуевки. Будем планировать эти работы на весну 2017 года. Чтобы выполнить заключительный этап работ, то есть врезку в действующий водовод, горводоканалу пришлось временно отключить от системы водоснабжения поселок Горное. Но уже в 17:00 5 октября состоялся пуск в эксплуатацию нового участка водной магистрали, и подача воды на Горное была возобновлена.